Приветствую всех любителей хорошего кино. Сегодня на моем канале очередное новое видео. И в этот раз это видео посвящено отличному мультфильму компании Disney, да, студия Pixar, переведенная в российском прокате как «Вверх». Ну, в принципе, да, логично, такой именно перевод. Вот. Сегодня у нас будет несколько изданий в обзоре. Вот начнем с английского стилбука фирмы Zavvi, вот к этому замечательному мультфильму. Вот так выглядит английское издание. Вот это вот техничка, да, вот кармашек, куда оставляется стилбук картонный. Вот, ну, значит, на этом издании два диска, но нет русской локализации ни на 2D, ни на 3D дисках, к сожалению. Да? Вот, но ничего страшного, не буду переживать, потому что в России все-таки этот мультфильм издавался с русским языком. Российские издания есть, и поэтому все-таки это немножко упрощает дело. Вот, ну давайте посмотрим пока на сам стилбук. Вот я постараюсь в свете вот поймать то, вот где и как выдавлены на передней части некоторые вот силуэты героев, да, вот буковки up, эти вверх переводятся, когда вот рамочка, ну, то есть вот давленый. Ну, достаточно все-таки такой матовый все-таки стилбук. Вот. Такой интересный. Сзади классический арт. Ну, тот, кто смотрел мультфильм, я думаю, ему не надо объяснять. Вот этот дом, да, на куче шариков. На огромный такой вот. Не буду рассказывать ничего про сюжет. Если вы смотрели мультфильм, то вы все поймете. Если вы не смотрели мультфильм, то, я думаю, вам просто надо его посмотреть. Поэтому не будем тоже какие-то спойлеры давать. Ну, мультфильм стоит того, чтобы его посмотреть, поверьте мне. Вот. Так вот в развороте выглядит стилбук, как я обычно делаю, что, да, чтобы информативно был виден и торец, и лицевая часть, задник издания. Потому что вот, бывают такие обзоры, да, сам иногда с этим сталкиваюсь, что иногда люди быстро показывают, там, спереди, сзади показали быстренько. Вот для меня, например, торец очень важная информация, да, как выглядит торец издания. Ну, многие почему-то вот не обращают должного внимания, мне кажется, это неправильно. По крайней мере, вот в моих обзорах я постараюсь, чтобы всегда вот по максимуму, да, можно было увидеть с разных сторон издания. Вот, внутри очень интересный арт. Ну, давайте вот я выну эти диски. Оба диска сейчас выну. Как я уже сказал, диски не содержат русскую локализацию. Ну, сейчас мы насчет русского языка на дисках отдельно этого коснемся. Ну, вот так вот выглядит внутренний арт. Достаточно симпатичный, яркий. Вот. Вставляем диски на место. Ну, такое вот абсолютно замечательное, интересное издание этого мультфильма диснеевского Pixar студия. Вот, в стилбуке, английский стилбук. Так, вот, ну давайте переходим теперь к обсуждению наших российских изданий этого мультфильма. Вот, изданий было несколько. Ну, давайте перейдем к ним. Так, значит, вот несколько изданий, да, которые выходили у нас в России. Прежде всего, это вот чисто 2D издание и вот 3D издание, издание, содержащее 3D диск. Вот. Эти два издания отличаются друг от друга. Ну, во-первых, внешний арт, да, то есть вот мы видим, на слипе сильно отличается. И здесь у нас два Blu-ray диска, диск с мультфильмом и диск с доп-материалами Blu-ray. А это вот издание, ну, это, в общем-то, на самом деле, вот это вот Blu-ray плюс DVD, это вот линейка шла, в основном это был как эксклюзив видео на самом деле. У них, прежде всего, продавались эти диски. И там Blu-ray плюс DVD. У них именно вот в такой конфигурации шли обычно вот эти вот мультфильмы, издания диснеевские. Вот. Ну, сейчас я как бы все эти издания по очереди открою. Сейчас мы все посмотрим, как они выглядят внутри. Они внутри все чем-то отличаются. Ну, давайте начнем вот с 3D издания. Вот классическое оформление вот с этой рамочкой, да, вот серебристые. Именно вот, ну, долгое время именно вот такое оформление всегда было у релизов Disney вот в России, да, постоянно, ну, один и тот же производитель, и был, ну, был такой вот шаблон оформления единый. Вот, давайте, да, достанем, посмотрим, что у нас внутри. Так, вот так внутри выглядит полиграфия к 3D изданию.
два диска, 2D и 3D, только с самими мультфильмами. Здесь нет в комплекте диска с доп. Материалами. Он только вот в том издании с 2D. Вот. Ну и вот внутри. Так, ну, это рекламка. В этой рекламке, да, вот некоторые другие издания показаны, которые тоже выходили. Вот. Ну, в принципе, постепенно практически все эти издания мы тоже пройдемся по ним, обсудим. Вот. Эти вот всевозможные фильмы, мультфильмы диснеевские, да, вот все в этом оформлении. Вот как раз этот верх, который мы сейчас с вами смотрим. Вот он. Ну, вот были и комбинированные два издания такие, да. Вот. Даже немножко больше были. Ну, это для тех, кто любит вот так сборники. Так, ну ладно, возвращаемся к нашему, диску вверх. Вот так выглядит внутри. Ну, давайте посмотрим, как выглядит внутренний арт полиграфии. Полиграфия, видите? Двухсторонняя, есть внутренний арт, довольно симпатичный. Вот. Красивый арт. Это вот еще то время, да, когда вот были двухсторонние полиграфии. Не, ну, шикарное, в принципе, издание в этом отношении. Вот. Ну, вот такое 3D издание. И теперь давайте посмотрим, что же было в других изданиях 2D. Так, вот их было два эти издания. Ну, давайте сначала рассмотрим то издание, где есть бонусный диск на Blu-ray. Давайте сначала его посмотрим. Так, значит. Вот задник издания. Вот диск первый, диск второй. Да, перечислены все доп. Материалы. Так, ну и здесь у нас все очень похоже на 3D издание по максимуму. Да, то есть это издание, оно вот максимально похоже на 3D. Вот, и даже, значит, замечу, если там у нас был вот там диск 3D и диск 2D, да, просто вот они диски были, они отличаются цветом, то в этом издании диски пронумерованы. Диск 1 с мультфильмом и диск 2 с доп-материалом, видите, они пронумерованы. То есть, по крайней мере, вот специально под это издание, видите, нумеровка дисков есть. В других изданиях такого нет, только в этом. И внутренний арт. Внутренний арт отличается. Давайте посмотрим на этот внутренний арт. Видите, внутренний арт здесь другой. Не такой, как был в 3D диске. Абсолютно другой. Что прикольно. Вот. Так, возвращаем диски на место. Вот видите, их не перепутать. В этом издании они пронумерованы. Диск 1, диск 2. В отличие от других всех изданий. Сейчас мы посмотрим еще и следующее издание. Вот это Blu-ray плюс DVD. Увидите, что там тоже диск без нумерации. Вот. Он отличается. Вот. Значит, вот эти два издания, которые без 3D, да, вот у них отличаются арт. Кстати, вот видно на слипах выдавлены все вот эти силуэты, выдавлены. Слипы очень классные, как говорится. Ну, конечно, уступают стилбукам, но очень близко от них. То есть, потрудились на славу здесь производители. Так, ну и вот задники. Задники довольно сильно отличаются. Ну и торец тоже разный. По-разному торец. Даже здесь они вот отличия есть. Видно. Так, ну и давайте я обещал показать теперь, что вот в этом издании внутри, которое Blu-ray плюс DVD. Вот. Здесь арт, видите, такой же, как и вот здесь. То есть такой же арт на полиграфии. То есть он отличается от того привычного арта, который мы уже видели в прошлом издании. Вот здесь арт отличается. Ну а внутри, ну вот этот арт, который, ну, давайте не буду вытаскивать диски, то есть вот только покажу, что вот, видите, здесь диск первый не пронумерован, все, диск один, ну специально вот для этих изданий вот нет этой нумерации, да, то есть пронумерованы только в двухдисковом издании, где бонус-диск, ну а здесь вот Blu-ray и DVD, без всяких номеров, и вот, ну давайте не буду, поверьте на слово, вот внутри арт, точно такой же, да, ну ладно, давайте вот, тот же, который мы видели в 3D издании, то есть арт в этом издании внутри полностью такой же, как в 3D издании. Ну вот, в общем-то, и все, да, вот, наверное, более-менее такая полная информация. Единственное, что вот эта вот бумажка, которая еще внутри лежала, ну, во-первых, показывает некоторые еще издания, которые выходили у нас в России. Ну, все эти издания постепенно я сделаю на них обзоры, все они у меня есть. Здесь вот, кстати, заметьте, да, вот это вот все
издание Blu-ray плюс DVD. Именно вот этот формат, который, ну, насколько я знаю, они в основном были как эксклюзивом видео. Вот. А с другой стороны, вот еще такая рекламка. То есть были, вот видите, десяточек такое изданий, где были комбо-издания по два мультфильма в наборе. Вот тоже, например, здесь вот в некоторых входил Вверх, вот здесь, вот здесь. Вот мы видим Вверх, вот здесь. То есть комбо-издания были. Суперсемейка с Рататуем, вместе с Валли. Вот такие вот были комбо-издания. Были они в продажах, да, такие зелененькие торцы, зелененькие слипчики. Вот, блестящие. Вот такие вот 10 штучек были для тех, кто вот хотел сэкономить, да, и взять такое вот комбо-издание. Вот, кто не хотел вот брать отдельные. Ну, это вот такая маленькая подсказочка. Вот она здесь, внутри в комплекте. Рекламочка такая. Вот, ну, пожалуй, и все. Давайте будем завершать немножко обзор. То есть, значит, ну, мы посмотрели стилбук замечательный английский, да, вот также интересные издания, которые выходили вот у нас в России, вот те, которые вот, ну, отдельные издания, не комбинированные, ну, вот, столько всего мы интересного с вами сегодня посмотрели. Очень рекомендую к просмотру этот мультфильм, если вдруг вы его по какой-то причине не смотрели, ну, если смотрели, ну, тогда либо он вам нравится, либо не нравится, наверное, третьего не дано. Ну, тут уж вы сами все для себя решите. Это нормально. Ну, пожалуй, все. На этом давайте будем заканчивать наш обзор. В ближайшее время постараюсь побольше делать обзоров именно вот с российскими изданиями, с разными вариантами вот слипов, каких-то, да, 3D, 2D изданий, бонусными дисками. Постараюсь побольше таких обзоров делать в ближайшее время. Вот. Ну, а сейчас на этом все. Всем пока.